Тормози потихоньку. Торможу. Ничего себе, офигеть. А в нас влетело что-то? Ебаный. Следует назначение судебного заседания, где судья спрашивает, почему вы не хотите разводиться. Может, у нее есть на это причины. Например, нельзя развестись женщины, которая беременна и в течение года после родов ребенка. Тогда в этом случае не дадут развестись. А во всех остальных случаях, в общем-то, дадут, решив те проблемы, которые нужно решить в момент развода. Ебанутый, блядь.
Тормози! Да что вы орёте? Тормози, он сейчас в сказку едет, пожалуйста. А ты чё к нему приближаешься? Направо надо съехать.